Привет, друзья! Сегодняшний мой обзор, как я уже и обещала, по еще одной новиночке из моей любимой серии Love Nature. Это уход за кожей лица. Новый, сочный, ягодный уход за кожей лица. Три у нас новиночки. А здесь у нас маска для лица, скраб мармеладный. Представляете, мармеладный скраб. Скраб мармеладный. И вот эта маленькая баночка – это питательный крем-йогурт. Да, вот такая вот малюсенькая красивая баночка, но поверьте, в ней объем 50 миллилитров. Так вот красиво компания нам ее упаковала. И давайте же с вами мы пробежимся по каждому продукту, как всегда покажу на себе, на своем лице, как и что, какие ощущения. Итак, смотрим. Итак, скраб. Мармеладный скраб с черникой и с ежевикой. Содержит натуральные семена черной смородины, который является природным эксфолиантом. Натуральным природным эксфолиантом, которые убирают мертвые ороговевшие частички кожи с нашего лица. То есть глубоко очищают и делают кожу чистой, готовят ее к маске, к более такому хорошему восприятию крема, маски, сыворотки. Вот так выглядит скраб. Сейчас покажу, как на лице выглядит. Объем 50 миллилитров, код продукта посмотрю в каталоге, потому что здесь так мелко, я прям совсем не вижу. 41691, ну вот так подведу. Это обновляющий скраб мармелад для лица с органическими ягодами серии Love Nature. Итак, это у нас скраб. Смотрим, как мы им пользуемся. На очищенное еще влажное лицо, видите, то есть я умылась, провела процедуру очищения кожи, и мы с вами наносим наш прекраснейший мармеладный сочный скраб из серии Love Nature. Я очень люблю эту серию. Здесь у нас черника, экстракты черники, голубики, и сейчас вот так вот распределю точечками, и семена смородин. Ой, а какой божественный аромат. Слушайте, его хочется скушать. Так вот я наношу. Видите, вот эти черные точечки, это как раз семена смородинки. Так, ну я уже тут в изобилии, не могу остановиться. До того же он сладкий и прекрасный. Такого вот цвета черничного, землянично-черничного. И легкими движениями, не растягивая кожу лица, ни в коем случае нельзя растягивать кожу лица, мы с вами легкими движениями делаем отшелушивание. То есть вот прям легко, чуть-чуть прикасаясь кожи, не растягивая, особенно возрастную кожу, вообще нельзя ее сильно растягивать. И все, буквально пару минуточек, и мы с вами смываем. Вот они прям частички вот этой смородинки. Я их ощущаю. Ну, очень мелкие, абсолютно не травматичные. Вот эти вот частички, сами понимаете, это семена смородины. То есть это полностью органика. Никакой химии. Прекрасный скрабик. Да, вот так вот очищает. Пойду умываться. Так. Следующий наш продукт – это маска. Питательная маска-смузи для лица с органическими ягодами. Также у нас черника, ежевика. Объем 50 миллилитров. Код, сейчас скажу, 41694. Итак, органический экстракт черники известен своими полезными свойствами именно для кожи. Как они благоприятно воздействуют на кожу. Полезные свойства. Еще он выступает в роли антиоксиданта, то есть защищает нашу кожу от негативного воздействия окружающей среды. Ну, естественно, питают и увлажняют. И самое хорошо, конечно же, после скраба мармелада мы наносим масочку.
наносим маску на лицо. Сейчас покажу, как она выглядит на лице, эта маска. Смотрим на маску. Используем ее, сейчас сразу скажу, потому что я там видео не сказала, 1-2 раза в неделю наносим на 10 минут, я там говорила. А вот используем 1-2 раза в неделю. Скраб можно использовать 1 раз в неделю. То есть по мере. Смотрите по состоянию своей кожи. 1 раза в неделю достаточно, чтобы провести глубокую очистку кожи. Более чем предостаточно. А вот масочкой можно баловаться 1-2 раза в неделю. Питает, увлажняет, делает кожу бархатной. Она действительно так, когда смываешь ее, кожа такая вот... Прекрасно, бархатная становится. Итак, смотрим на масочку. После очищения скраба лицо, вот прям, знаете, скрипит, очищенное. Скраб из органики, органический скраб с ежевикой и черникой. И самое время пришло нанести маску-смузи, также из ежевики и черники. С органическими экстрактами ежевики, черники, которая у нас успокаивает. Как раз после скраба нужно кожу нашу успокоить, упитать, пропитать ее такого вот цвета красиво. И делает бархатистой. Знаете, можно, вот кому как удобно. Можно лопаточкой наносить, но я вот предпочитаю самое надежное средство – это наши пальцы. Обильно наносим на кожу лица нашу масочку. Масочка смузи с черникой, с ежевикой. Кому как удобно. Наносим. Я наношу пальчиками. Итак, еще покажу. Здесь нанесу. Ну, конечно, все лицо не буду, наверное, показывать время. По массажным линиям наносим обильненько масочку на лицо. То есть снизу вверх, чтобы у нас она не тянула. Не бойтесь, наносите обильно, не жалейте. На 10 минут наносим, ждем и смываем. Масочка у нас успокаивает кожу после скраба, питает ее и делает бархатистость. Бархатной кожи делает. Скажу честно, я уже не первый раз ее делаю, поэтому после этой масочки кожа действительно вот прям бархатная, такая приятная. Не так приятно прикоснуться. Ну вот прям как будто, знаете, ягодку сорвали. Кустика, как раньше делали, нанесли на лицо. И вуаля, прекрасно. Все, оставляю на 10 минут нашу масочку. Извините, здесь пальцы мелькают. Ну, что делать, я это делаю перед камерой. Наша масочка, 10 минут, все смываем, и прекрасная кожа. Серия Love Nature с ежевикой и черникой. Вкусный десерт, прелесть. А потом, если еще кремом, то вообще будет прекрасно кремом для лица из этой же серии. Покажу. И следующий, последний наш гость эфира – это питательный крем-йогурт. Также с органическими лесными ягодами, но еще и содержит молочную кислоту и йогурт. Собственно говоря, молочный йогурт, который богат белками, витаминами. А за счет того, что содержит молочную кислоту, он здесь выступает еще и как с отшелушивающим эффектом на кожу. Йогурт у нас питает, увлажняет, делает кожу гладкой, сияющей. И сейчас мы его протестируем. Объем у этого малыша 50 мл, код 41689. А мне еще, знаете, нравится, как крышечка красиво. Да, вот такой вот handmade такой эффект. Как будто, знаете, крем ручной работы. Обычно так на ярмарке мастеров продают. Вот с такими вот. Мне очень нравится. То есть вот это вот природа. Природное такое. Открываем.
фольга. Так, лопаточка у меня здесь. Вот она, лопаточка для крема. И давайте мы ее вскроем. Я сейчас так и покажу. На лице уже не буду показывать. Вот такая консистенция йогурта. Видите? Вот, и мы его подчерпнем. Вот он. Крем. Крем йогурта. Крем-йогурт хорошо впитывается. Ежевика. Друзья мои, ежевика пахнет. Все. Сразу скажу, просто обычный крем. Вот обычный базовый крем. Серия Love Nature. Здесь нет никаких там супер подтягивающего эффекта. Вы в нем не найдете такого антивозрастного, анти-эйдж ухода. Нет, это просто обычный базовый крем, который подходит абсолютно для любого возраста, для любого типа кожи. Просто как базовый крем. Все, на каждый день. Хорошо? Красиво и мило. Итак, мы познакомились с вами с новиночками. Мармеладный скраб, питательная маска смузи и питательный смягчающий крем-йогурт для лица с органическими ягодами. Все. Мой обзор закончен. Ставьте свои лайки. Не забудьте поставить, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на мой канал. Если хотите видеть его, чтобы он продвигался. До новых полезных историй. До новых полезных обзоров, уже заговорилась. Ну и делитесь, как всегда, моим видео в своих группах, на своих каналах, группах. В общем, пока-пока, до новых встреч!